Комфортная городская среда продолжает оставаться одной из главных задач Десногорска. Новый шанс проявить заботу о родном городе у местных жителей появился 2 августа. В этот день состоялся проектный семинар по всероссийскому конкурсу «Малые города и исторические поселения». Жителям предлагалось подумать, какой бы они хотели видеть территорию набережной первого микрорайона, который известен как Атом-парк. Нам нужно совместно сегодня поработать над этой территорией, подумать, а что же мы там хотим видеть, каким образом эта территория должна развиваться и преображаться. Атом-парк выбран не случайно. Именно эту территорию жители Десногорска хотели бы благоустроить одну из первых. Это результаты проведенного опроса и анкетирований. Атом-парк должен стать культурным и досуговым центром города. Местом, где отдыхающие всей семьей смогут с пользой провести свой досуг. Именно этот проект развития парка далее представят на конкурс «Малые города и исторические поселения». В этом поможет проектная группа, которую пригласил концерн «Росэнергоатом». От десногорцев в первую очередь требуется активное участие, то есть все их пожелания, все проблемы, которые они видят, мы хотим их как бы вытащить наружу без всяких секретов, то есть все для нас максимально открыть. Все это делается не просто так. На кону 75 миллионов рублей. Это федеральный грант победителю всероссийского конкурса. Лауреата выберет Минстрой России. Конкурс будет проведен зимой этого года. В случае успеха в следующий год будет проектирование и потом реализация. Соответственно, к 2021 году в случае успеха мы сможем в городе получить полноценное общественное пространство. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.